Акция памяти прошла в Центре профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тенькова. Поздно вечером 21 июня около 300 слушателей и сотрудников приняли в ней участие. 22 июня 1941 года в 4 утра началась самая жестокая, самая кровопролитная война. Важно, чтобы новое поколение хранили память о Великой Отечественной войне. Это необходимо для уверенного взгляда в будущее, знать, во имя чего и благодаря кому мы с вами живем. В эти священные дни для истории нашего государства, нашей страны, нашей русской земли, многие-многие сотни тысяч наших сограждан собираются у памятников, у памятных мест, поминая всех погибших, принесших свои души на алтарь войны, для того, чтобы мы с вами могли жить, дышать, радоваться, рожать детей, любить свою родину, конечно, ее защищать. Слушатели центра выстроились таким образом, что с высоты птичьего полета можно было прочитать слово «помним», а еще ставшую знаковой букву «Z». Особенно ярко это стало видно, когда в руках у каждого зажглась свеча. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась война. Ради мирного неба, ради будущего нашей Родины и наших детей каждый год 22 июня мы вспоминаем тех, кому обязаны жизнью.